Продолжение орских сказок на улице Кутузова. На этот раз вместо морозка – ежик в тумане. Именно так чувствуют себя жители дома номер 9 по уже известной нам улице. На прошлой неделе произошел порыв теплотрассы. Вода, кипяток и затопление по железобетонным лоткам в силу географического положения дома он ниже, чем труба. По лоткам вода стекает к нам в дом. Вот эта ситуация. Получается, вода из теплотрассы поступает в железобетонный лоток, емкость, а в ней лежит еще и труба с холодной водой, и она нагревается. Жители не сидят на месте. Как только проблема началась, сразу же стали обращаться во все ресурсоснабжающие организации и в УК, чтобы найти, кто же виноват. Тепловые сети вчера приехали, раскопали теплотрассу. Понятно, да, сейчас мороз. Нам что делать? Конструкции дома страдают. Внутренний ремонт квартир то же самое. И получается, что если сейчас вот еще такая ситуация продлится несколько дней, наш водопровод, трубы просто физически могут не выдержать. Мы останемся вообще без воды, без любой. И, соответственно, в силу того, что сейчас много аварий, мы, наверное, будем долго ждать помощи. Пока коммунальщики разбираются, кто виноват, люди с верхних этажей живут в тумане и сырости. А на полах на первом этаже, которые, к слову, только недавно отремонтировали, скоро будет полноценный каток. В водоканале нам сообщили, что видимых повреждений на их сетях нет. Мы направили запрос в МУП УПТС. Как только получим ответ, вернемся к этой теме. Анна Паначева и Николай Баранников, служба информации ТРК «Евразия».